10 июля Десногорск посетил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Руководителем региона была проведена инспекция ремонтных работ в муниципалитете, которые проводятся на средства из областного бюджета. Программа рабочей поездки губернатора началась с посещения детского сада «Ласточка», на ремонт которого в нынешнем году из средств регионального бюджета выделено более 14 миллионов рублей. Ожидается, что работы будут завершены в конце августа. В этом году в рамках договоренности с «Росатомом» по моему поручению были выделены значительные средства на ремонт сети дошкольных учреждений. Я бы хотел послушать вас, руководителя учреждения, как ведется работа. В детском саду уже заменены двери, выполнен ремонт кровли и завершаются работы по ее монтажу. Параллельно производится замена окон, ремонт крыльца, а также устройство вентилируемого фасада. Руководитель детского сада попросила губернатора также оказать содействие и с асфальтовым покрытием. Давайте таким образом сделаем. Мне напишет служебную записку, и я дам поручение на 2021 год запланировать работы по приведению асфальта в должное состояние. Далее глава региона побывал в детском саду «Дюймовочка». В нынешнем году здесь также проводятся работы по ремонту фасада и обновлению кровли здания. Ремонтные работы начались 20 мая и на данный момент ведутся в соответствии с установленным графиком. Контролируем график проведения работ, сроки проведения работ. Значит, заканчиваться должны работы 15 августа. Я думаю, должны успеть. Раиса Павловна, очень важно, чтобы сроки реализации данного контракта были соблюдены, потому что через 2 недели после завершения сроков выполнения работ уже детишки должны сюда прийти и получать услуги. На ремонт обоих учреждений в общей сложности направлено около 29 миллионов рублей. Сумма выделена из областного бюджета благодаря договоренностям главы региона и госкорпорации «Росатом». Ход работ на контроле администрации Десногорска. Вы молодец, что контролируете. Хорошо, что подчиненные регулярно бывают. Также продолжайте, чтобы все работы были завершены в срок. И дети 1 сентября вошли в свежеотремонтированные, подготовленные к приему детей помещения. В продолжении визита губернатор проинспектировал состояние участка автомобильной дороги Николаевская-Савеева-Присмара, где за счет средств Дорожного фонда Смоленской области запланировано проведение ремонта дорожного полотна. Коллеги, на основании многочисленных обращений ко мне жителей Десногорска, мною были даны поручения о выделении из денежного фонда Смоленской области порядка 25 миллионов рублей на ремонт дорожного полотна вот этой улицы. Асфальтобетонное покрытие появится на 2-километровом участке автодороги, которая пользуется большим спросом у десногорцев, особенно в теплое время года. На данный момент разработана проектно-сметная документация. В соответствии с планом работ на этот год приступит к работам в сентябре месяце. В этом году это поручение будет выполнено. Дорога будет в асфальтобетонном покрытии. В окончании рабочей поездки губернатор анонсировал проведение встречи с десногорцами. Из-за эпидемиологической обстановки она должна пройти в онлайн-режиме. Подробности предстоящего мероприятия будут известны позже. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.